Группа зарубежных хакеров обнародовала новую порцию сенсационных документов, принадлежащих экс-главе администрации президента Януковича, а ныне одному из лидеров оппозиционного блока, народному депутату Сергею Левочкину. Они уже традиционно выложены на сайте imgur.com, который публикует практически все материалы знаменитой хакерской группы Anonymous. На этот раз документы не менее сенсационны и касаются совершенно различных сфер деятельности скандального депутата. Телеканал «Интер» и Хорошковского, химические вопросы, работа с Кабмином, вопросы закрытия дела по Фурсину, работа по зачистке ситуации по Америке, работа в фокус-групп и выдача дивидендов по Юре, не указывается, но угадывается, о ком идет речь, а также работы по Рабиновичу, САП, НАБУ, МВД, СБУ и ГПУ. В новой порции документов снова переписка с Манафортом. На этот раз скандальный американский политтехнолог торгуется с Левочкиным по поводу оплаты в 3 миллиона евро, соглашающих их конвертировать по курсу национальной валюты. Манафорт высказывает уверенность в близкой победе, но ставит это в зависимости от получения денег. Интересна также схема, по которой народный депутат Сергей Левочкин прячет свое участие в банке «Клиринговый дом». Еще одна сенсация. В опубликованных документах содержится письмо Сергея Левочкина человека с инициалом ДФ, к которому депутат обращается как к дорогому другу. Суть этого письма касается деятельности телеканала «Интер» и Хорошковского, химических вопросов, работы с Кабмином, вопросы закрытия дела по Фурсину. Хочется верить, что опубликованные хакерами документы станут предметом пристального изучения и уголовных дел не только в международных правоохранительных структурах, но и в НАБУ. В любом случае, это один из самых крупных коррупционных скандалов в современном украинской политике.